концерт 10 октября. Да? Да, и мы хотим пойти. Обещай мне, что если я умру в процессе, ты зальешь это видео на канал. Хорошо, только у меня нет канала своего. На мой зальешь. А ты мне дашь пароль? Блин, знать бы его. Чё, а дёсны-то будем сливать? Сегодня нет. Нет, ну разумеется. Ну, знаешь, я пока это переживу, очухаюсь. Не, у меня, ну, что за 4 дня? Трем подписчикам и гостям, я Джетли. Я сама себе штатив. И сегодня мы будем продолжать кусочек шепелявого влога, который к концу этого дня, скорее всего, будет еще более шепелявым. Все? Мы готовы? Нет. Нет, мы не готовы. Ты должна сказать... Ну, короче, из-за чего это все... А, ну, короче, во избежание подобных плохих последствий я рекомендую не заливать язык полностью за один сеанс. Я рекомендую вообще воздержаться от обезболивающих препаратов, типа лидокаина, так как они сами по себе дают отек. И, ну, в принципе, наверное, все. Ну, короче, это то, что ждет людей, которые, как я. Ну, да. Короче, главное не торопиться и лучше сделать за два раза, чем за один, и потом страдать очень долго. Но они и так будут очень долго страдать от двух-то раз. Не, ну, смотри, как бы за первый сеанс кончик можно сделать. Он полностью заживет за 2 недели. А потом дальше продолжить. Что прям такой ник? Но пока никто не хочет почему-то делать за 2 сеанса, не знаю. Ну, потому что они еще не видели ни это видео, ни то, которое будет выпущено, когда язык заживет. Ну да. Я просто вот себе заливала... Раза за 3. Ну, только кончик. Ну, но потом без бейсбола. И дёсны. Ништяк. Так, ну что, приступим? Сейчас будет какой-нибудь трешовый ракурс. Так, давай, усёл язык. Я пока только побрызгаю языком. Так, пока держи. Пеки. А может еще побрызгать? Ну, уже я побрызгала. А потом, когда перейду на ту сторону, еще побрызгаю. Пробуем давить. Угу. Вообще, конечно, березанул. Честно. Что ты думаешь по этому поводу? Не стоит? Угу. Тогда все придется дексаметазону обколоть. Так что надо убирать меньше из двух слов. А почему? Почему обкалывать? Ну, чтобы убрать отек вот в этих вот местах. А он сам не ловил? Сам не ловил? Что? Ну, сам он не ловил.
Ну, уйдет, но очень много времени на это потребуется, чтобы ускорить. Mm-hmm. Так, сейчас я сделаю одну манипуляцию небольшую. Сейчас тебе может быть немножко mm-hmm. страшно от этого. Mm-hmm. Я просто проколю насквозь. Mm-hmm. Не, все нормально будет, не переживай. Не бойся. Это точно так, как укол по ощутимости. Просто потом я аккуратненько промою хлоргексидином. Там появится. Ну, смотри, там появится сейчас дырочка сквозная. Я немножечко иголочку отогну. И туда хлоргексидинчиком попрыскаю. Не надо все откалывать? Ну, посмотрим сейчас, как будет. Ну, в процессе увидим. Мне не нравится эти руки. Очень. Давай попробуем. Ну, нам же надо от этого как-то избавляться. Поехали? Я не хочу. Ну надо. Подвинь поближе. Может тогда штангу ставить? Ну там не такой диаметр, как у катетера. Поближе немножко. Из-за черноты, конечно, не видно. А максимально? Не, ну мы все равно туда будем обкалывать. Не, мы еще будем обкалывать. У меня просто вот эти вот два большие шарика хочу продезинфицировать как следует. И чтобы из них полилось содержимое. Вот там серозная жидкость или кровь, или что, я не знаю пока. И вот только таким образом я смогу узнать. А кого же надо больше? Ну, мы обойдемся без лидокаина. Так что... Или обкалывать чем? Что именно из этого ряда тебя напрягает? Дексаметазон? Ага. Ну, посмотрим. Может, его... После хлоргика, когда сразу полить? Дексаметазон? Не, он так не подействует. Почему? Ну... Давай. Ну, давай. Ну, серьезно. Ну, доктор бы то же самое сказал. Только он может сразу бы резать начал. Что, больнее? Ну, так же, как я уколола в первый раз. Или резать. Ну, резать... Ну, я не знаю. Ну, наверное, так же примерно. Ну, скальпель острый. Ну, просто там как бы и снизу, и сверху уплотнение, поэтому вот надо именно посередине узнать, что там. Можно, конечно, надрезать, да, без проблем. Вот. Как одна? Ну, тогда я надрежу, залью туда хлоргексидин, все простерилизую и от отека уколю дексаметазон. Я быстренько проколю, игла уже будет внутри, и как бы ты после этого момента ничего особо болезненного чувствовать не будешь. Хорошо? Хорошо. Да не, все нормально будет.
Там такое чувство, что скопление лимф. Угу. Вот я уже язык чувствую, он помягче стал. Угу. Мне так кажется. Потому что даже крови сильно нет, никаких сгустков, ничего. Угу. А на что он расшашивался? Ну, может, долго, да. Да, от иммунной системы зависит. Что, может, пока побрызгаем в другую сторону? Может, немножко отпущаешься? Ну, просто это, по времени, чтобы ложиться. Или я могу ничего не прокалывать, просто обколоть все, вот все эти очаги дексаметазону, и посерединке бахнуть октавигин. Может, это болезненную штуку? Да-да-да. И сколько? И оно само тогда пройдет. И сколько ее? Сколько же? Ну, миллилитр один. Но я не в кончик буду, а середину прям там, где корень. Просто не насквозь, а именно вглубь. Ну, это тоже больно. Ну, это тоже больно, но в кончик, по-моему, это вообще хардкор еще вполне мне. Почему? Ну, там больше всего нервных окончаний. Что, давай так сделаем тогда? А как легче? Ну, так легче всего будет, да. То есть штуку прокованную не входит. Ну, да, я просто смотрю, ничего не выходит особо. А можно не вещи поменьше? Ну, вот этот болючий. Актвиген? Мне кажется, я не выдержу просто весь. Не, выдержишь. Я нормально сделаю. Я же не как Кристоф. Я просто везде... Ну, тебе дексаметазон больнее или актвиген? Я только вот эту ампулу свою уколола. Только одну уколола. Не, я имею в виду то, что сегодня я тебе уколола, или то, что тогда Крис колол больнее было? Все почти. Так же. Одинаково. Но просто смотри, дексаметазон я буду колоть не полностью все в одно место, а по чуть-чуть именно во все очаги. А вот этот болючий, он чисто посерединке будет. Но он поможет твоим сосудам самим наладиться. Ну, если там какие-то проблемы, где-то может тромб возник, где-то может просто, ну, кровообращение нарушено. Оно это исправит. Поэтому, ну, я бы по-любому уколола, потому что специально я для тебя его покупала. Ага. И это. А дексаметазон просто отек тебя быстрее уберет. Давай так делаем. Так, ну что, может, еще брызнем? Может, не весь все-таки? Не, надо весь. Зачем? Ну, ты же знаешь, что от половинки особого эффекта нету. А почему? Мы же уже кололи половинку. Ну, как бы... Не, ну эффект был, конечно, но очень слабенький. Ну, я бы не сказала, что очень слабенький. Так, ну что, давай сделаем. Чем быстрее сделаем, тем быстрее станет легче. Я смотрю, тут такие три небольших опухоли. Сейчас я каждую уколю по чуть-чуть. Потом сделаем перерывчик. Ладно? Все, не бойся. Закрой глазки поближе сюда. Че? Повязку надо, да? Блин, нет. Это просто силой воли, короче. Если плохо будет становиться, сразу говори, я тогда это. На штыре у тебя дам подышать. Еще чуть-чуть подышать. Так, ну что, давай последний укол. Еще надо подождать. Ну что, давай уколем последний. Ну это надо сделать, никуда не деваться. Зато потом хорошо будет. Давай, все, просто не смотри. И аккуратненько. И аккуратненько сделай.
все, не бойся, давай. Потом будешь сидеть, отходить сколько захочешь. Ладно? Все? Давай, притягивайся сюда. Ну, больнее, когда я быстро ввожу или когда медленно? Я выше вводила. Плечо быстро вводила. А лежит? Ну, тоже достаточно быстро. А лежит, а на крышек тоже быстро вводил. Быстро? Ну, он тоже быстро вводил. Давай попробуем медленно тогда. Может, не так больно будет. Может, когда... Как... Ну... Жена тогда какой-нибудь подать, чтобы если что, чтобы... До конца додавить, да? Не знаю, зажмурься тогда как-нибудь. Я так вот жмуриться. На автомате? Ага. Ну ладно, рукой махни, только не в сторону лица. Может, я что-то подниму? Ага. Хорошо. Хотя, может, лучше быстро. Ну, быстро тогда будет болеть, как синяк. Но он в любом случае будет болеть, как синяк. Только я не знаю, в каком случае сильнее, а в каком слабее. Просто Саша мне его очень медленно вводит. И как? Ну, нормально. Я весь курс как-то это... Ну, терплю. В руку? Ну, в попу. Ну, в попу это другое. Когда мне вот ягодицу колет, у меня ноги отнимаются. Так, ну давай. Я очень не хочу. Может, еще побрызгать? Ну, это сейчас не поможет. Я же внутримышечно буду делать. Но снаружи-то поможет? Ну, снаружи-то да. Но это просто сам укол будет не болезненный тогда. А лекарство все равно будет. Ну, кстати, после дексаметазона я уже смотрю, чуть-чуть лучше не есть. А скажи, это не надо. Чего? Надо, надо. Тут немножко, ну, не такой надутый бугорчик. Почему не в таком засвете? Почему не в таком засвете? Ну, потому что я внутримышечную буду колоть. Должно поглубже. Давай, просто не бойся. Давай, продвигай сюда. Я сначала уколю, сразу водить не буду, ладно? Или лучше сразу? Лучше усилий. Хорошо. Все это закончить. Все, давай, тогда посильнее язык не ставь. Болит? Не отпускает еще? Я просто подержу, чтобы не капало. В прошлый раз 30 минут болел? Не, ну мы же тут совсем мало, кубик только сделал. Ага, ага. Будет так долго болеть. Даже, наверное, меньше, чем кубик, потому что я полкубика вела, потом ты мне знак указала, я резко хуйнула. Ну да, там где-то столько получилось. Ну, около кубика. Мы сюда 4 куба ввели. В плечо. Язык, ну, где-то в районе кубика, чуть поменьше. А, с Кристофом вы 0,5 водили, но я уже до этого сделала кубик. Первый был дексаметазон, это то, что с Кристофом. А второй это Актовегин был, который в плечо 4 куба. Но его я меньше кубика уколола сейчас. Так что он так долго не будет болеть. Ну, уже я вижу, полегче. Да? Угу. Тогда давай, знаешь, как с тобой сделаем? Сейчас все это вытираем, ты набираешь хлоргексидин в рот и сидишь. А еще лучше миронистин. У меня есть.
Mm-hmm.